нет загрузка какая-то идет. Что там, наверное, уже карта поменялась. Да. Слушай, может быть, это карта такая? Ну, у меня как раз 60 Гц. Меньше вроде некуда. Там либо 75, либо 70, либо 60. Это же обновление типа экрана. Че там учиться-то? Я рожден. Я рожден уже с этим, с пулеметом. В руке. От этого. От вертолета, понял? У этого сервера более высокая частота импульсов для клиента, и сервера действуют повышенные требования. Мы рекомендуем играть с частотой. У меня вообще здесь иероглифы какие-то написаны. Нет, у меня иероглифы. Вот справа снизу, да? А. Ну давай, да насрать на эту статую. О! А нет, так же это тормозит. Да я просто бегу, короче, и хоп, она у меня кадр, короче, я уже ближе. Ну, не знаю, все очень печально. Давай нормально найдем. А у тебя не тормозит, нет? Ну блин, ну требования это нормальные. Ой, я убил даже. Ой, меня убили. Блин, где это? Ну ладно. Сейчас разберемся. Ты где вообще? А ты... А чё мы не видимся? Ты как вот... Ник-то у тебя? Внимание! Мы потеряли цель Чарли! Ты волен, мам? А ты где? Как тебя зовут-то? А, понял. Ты самый последний. Все, понял. Дебильный. Ты ники меняешь, не знаю, каждые 2 секунды. И при чем тут батла? 3. Блин. Короче, я завис и потом. А ты чё? А, теперь надо. Пошли другой. Я просто зависаю. Я не могу вообще никого. Прямо все у нас прошло местоположение, похоже, вражеский снайпер. У меня
есть третья, наверное, проблема, а тут на четвертую позарились. Третью ты не собираешься покупать? Блин, я сделал выход, и все, игра закрывается. Ну, нормальная тема. Им бы еще вот эту тему доработать, было бы очень нормально. Да? Так. Без энергии. Ну вот какая-то Москва. Хороший. А, 32 уже, прикинь. Было вообще 20, только навел уже 30. Мы захватили цель Дельта. А, вот. Давай, присоединяйся ко мне. Так и называется сервак номер один Российской Федерации. Он, короче, сверху 9. 30 Гц нормально. И пин почти десяточку. Полная. Заходи, заходи. Заходи, тут пока 27 человек. Ну я захожу. А, тут видишь слева, короче, и можно посмотреть степень защиты. То есть защита стоит и еще какая-то файнд. Тир файнд. Что такое? Вспомни, как ты во второй умирал часто, поэтому забей. Тут главное не то, что там много умереть, тут главное, допустим, держать точки определенные. Поначалу всегда будет такая отстойная. Но как бы вот, как я вот сейчас играл, это ну, нереально играть, вообще некомфортно. То есть я бегу, зависаю где-то на секунды две, развисаю и вот так постоянно, знаешь. Либо, ну, там, начинаешь стрелять, было нормально, а потом, знаешь, сразу зависаешь, и уже вообще за секунду две уже все меняется вообще конкретно. Еще до сих пор, прикинь, еще меню не игры вроде бы открывает. Конечно, да, надо было браузер, наверное, мочкануть. Слишком много всего. А Google еще такой тяжелый браузер стал, короче. Смотрим, полегче ему следить. Ну реально, комп холодный вообще.
А, ну да, сейчас вижу уже. Ну это чтоб кому-то не подсоединиться, знаешь, уже в печальную тему. Слушайте, цель правильно реализована. О, слушай, графика стала как батле. Графика стала как батле хуже, чем вторая. Тут все на минимальном. У меня вообще все квадратное стало. Там, походу, настройки не применились после перезапуска. А, я даже не слышу, прикинь, этих звук машины. Я вообще звуков не слышу. Что за хрень? А, вот. Звуки появились только сейчас. А куда мы едем? Пулеметчик противника. О, давай, здесь прикольно. Идешь? Прикольно, не знаю. Карта большая, да. И не тормозит. Блин. Типа зенитки или что это такое. Я взял, короче, его разбомбил, он вышел, и я тоже вышел и расстрелял его. Ну, короче, как нормальный пацан. Прикинь, тут этот РПГшка где-то 4 заряда выстрела. Слушайте, цель Чарли теперь у нас под контролем. Даже больше. Еще одного убила. Захвачиваю точку. Ой, блин. С такой пукалкой еще так не мог убить. В спину прикинь. Солдат, противотанковый. А он тоже был какой-то. Потеряно. Я
прикинь, самолет сбил. Ну, помог сбить. Слушайте, Сэм Чарли. А ты идешь, нет? Починил. Блин, нас опять ломают. Я на пятом. Из 15. Ты пришел ко мне? Нормально ты. Он за где оказался, вообще бред. Танки-то такие быстрые, что ли? Я попал! Внимание! Цель справа захвачена! Блин, откуда? Как они вообще за спиной появляются? Я понять не могу. Мы тут стоим, а они уже за спиной все. Вообще.
Ну блин, с удара вообще выстреливаю. С танка. Танки вообще нереальные, как машинка, короче. Ну как обычные игрушечные машинки. Ну ты идешь, нет? Называется, поиграли вместе. 15 минут осталось. Железная дорога, непонятно. Мне кажется, надо взорвать, наверное, ее.
короче, здесь сильно танки. Все на танках, короче, все на технике. Я вышел из танка, расстрелял одного, этот взял, уехал. И меня расстреляли из танка тоже. Вы потеряли контроль над целью «Браво». Иди еще вообще. Ты уже пришел сюда? Ну ты все там, короче. Смысл тогда мы? Почти 6000. А где смотреть? Где смотреть-то, блин? Ты как смотришь твои командные очки? У меня 6. Блин, короче, пока тут стоял, сразу убили.
что, блин, залагало, прикинь. Дом рушился, у меня залагало, и меня сразу убили, короче. О, мы сейчас захватим, короче. А у них 760. Танки такие резвые, это вообще. Вообще как машинки танки ведут себя. Да как так-то вообще? Короче, друг друга взорвали, а нас сзади взорвали. И я уже седьмой, я не знаю. Но у нас есть место свободное есть. У нас есть свободное место. У нас 14, у них 15. Блин, сразу же убили. А что за динозавры?